8-й конгресс мусульманских общин Северного Кавказа прошел в Махачкале в Доме дружбы. Собрание религиозных деятелей было посвящено проблемам сохранения мира и стабильности в обществе, противодействию идеологии терроризма, в том числе среди мигрантов. Сегодня в Северном Кавказе, конечно, мир, спокойствие, но скрытые угрозы остаются. Есть международная обстановка, меняется, поэтому мы должны держать, как говорится, на пульсе руку. Вот, будет делиться своим опытом. Какие мероприятия они проводят, что полезное есть в них для того, чтобы ретранслировать на разные регионы. В ходе конгресса говорили о важности сохранения и пропаганды ценностей традиционных религий, укрепления духовно-нравственного потенциала общества, межрелигиозного и межнационального мира и согласия. Собрание представителей духовенства Северного Кавказа прошло в рамках межрелигиозного молодежного форума, который проходит в эти дни в нашей республике. Организатором мероприятия выступил Дагестанский гуманитарный институт при поддержке Министерства по национальной политике и делам религии и духовенства республики.